Господин Дубровин, добрый день. Как прошла первая тренировка в новом году? По крайней мере, без травм. В хорошем настроении. Ребята соскучились, видно, по футболу. И с удовольствием потренировались. Это начало, как бы втягивающий режим. По планам на ближайшее время, какие планы на подготовку к чемпионату? Ну, первые сейчас две недели будем здесь, в Кишиневе. Затем будет сбор в Турции основной, где мы будем обыгрывать команду, наигрывать состав. Возможно, и наверняка будут у нас новые игроки, поэтому нам надо будет сыграть несколько товарищеских игр, наладить связи все и подготовиться к чемпионату. Если говорить о второй части чемпионата, какие цели поставлены перед командой? Ну, я думаю, что надо брать максимальные цели. Подняться как можно выше в турнирной таблице. И последний вопрос. Предвидятся ли какие-то изменения в составе? Обязательно. У нас мы лишились трех игроков, поэтому надо восполнить недостающий резерв. Будем брать выборочно, то есть на те позиции, которые нам необходимы. Можете назвать тех, кто покинул команду? Да, покинули Назар, Андроник и уехал в Болгарию Белоус. Спасибо. Bye.